Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента. Набор от компании Джонсвей на 101 предмет. Джонсвей — это профессиональный инструмент, выпускает инструмент премиум класса, который используется с успехом на СТО, автосервисах и различных предприятиях. Поставляется набор в такой картоновой упаковке и надписи, которые указывает производитель. Пожизненная гарантия на инструмент Джонсвей. Здесь вы видите награды, которые получил инструмент. Professional, профессиональный инструмент. С задней стороны упаковки комплектация данного набора. И указан адрес производителя, это остров Тайвань. Выпускается инструмент в Тайване или на острове Тайвань, как правильно будет сказать. Так, комплектация набора. В наборе два рабочих квадрата. 1,2 и квадрат 1,4, две трещотки, трещотки на 36 зубьев силовые, имеют переключатель реверса, трещотки разборные, то есть можно заменить, если вдруг механизм нужно смазать или обслужить, или заменить его, можно отсюда вытянуть. Рукоятка, плотная резина, надпись на рукоятке Джонсвей. Надписи на трещотке ничего нет, допустим, нет надписи на металле самом, на рукоятке только. Трещотка под квадрат 1,4, также на 36 зубьев, с реверсом и быстрым сбросом головки. Быстрый сброс головки, сейчас покажу, потому что у нас был такой вопрос. Вот вы одели головку, нажали кнопку, и она быстро снять, то есть быстро снять головку можно. Так, в комплекте два удлинителя под квадрат 1,2. Вернее, даже их здесь 3. Под квадрат 1,2 удлинитель 250 мм. 125 мм. И есть удлинитель с шаром 50 мм. С шаром удлинитель. Сейчас покажу вам, как он. Вот вы вставляете, одеваете на него головку. И можете ее использовать под углом небольшим. Получается как шаровая. Ну, под углом она сгинается. Вот, можете использовать ее в труднодоступных местах. Так, два кардана. 1,4, 1,2. Карданы скреплены винтами, то есть можно выкрутить. Так, Т-образные воротки, 1,4, с плавающей головкой, и под квадрат 1,2. Весь инструмент в наборе имеет номер согласно каталогу. В принципе, весь профессиональный инструмент имеет каталоги и в бумажном виде, или в электронном, и по этому номеру вы можете найти данный вороток в каталоге. Гибкий удлинитель под квадрат 1,4, 150 мм. Два удлинителя еще под квадрат 1,4. 75 и 150 мм. Магнит для того, чтобы можно было достать какие-то упавшие детали, болты, гайки. В развернутом состоянии его длина составляет 65 сантиметров. Тоже очень полезная вещь. Так, две свечные головки 16-21 мм. Имеют резиновые вставки внутри для того, чтобы можно было головку, свечу выкрутить и чтобы она не упала. Так, отверточная рукоятка. Она используется с битами или с головками под квадрат 1,4. Чтобы использовать с битами, есть переходник специальный в наборе. Одеваете и выбираете нужную биту. Биты под квадрат 1,4 вот в таких вот боксах удобных расположены. Выбираете биту и вставляете в данный переходник. Если использовать данную рукоятку с головками, то просто снимаете переходник и можете одевать головки под квадрат 1,4.
Так, головки шестигранные, в наборе их 29 штук. Самая маленькая головка на 4 мм, 6 граней. Головки полуматовые, полуглянцевые, разделены вот такой вот насечкой посередине. Также с надписями и с номерами согласно каталогу. Самая большая головка на 32 мм. Имеет надпись Джонсвей, CRV, материал изготовления, номер согласно каталогу. Увесистые головки, конечно, в наборе, тяжелые. Так, головки Торкс также присутствуют в наборе. Самая маленькая Торкс — это Е4 головка. И самая большая Торкс — это Е18. Чего нет в наборе? Нет длинных головок. То есть есть шестигранные короткие, есть головки Торкс, нету только длинных. Так, по верхней крышке. На верхний набор комбинированных ключей 13 штук. Ключик самый маленький на 8 мм. Хром ванадий, материал изготовления. И самый большой ключ на 24. Далее пассатижи. В наборе пассатижи рукоятки пластиковые 175 мм. Ключ разводной 200 мм. Рукоятка полностью из металла, нет накладок сверху. Надпись Chrome Vanadi, Джонсвей, и 200 мм это длина ключа. Имеет шкалу размера, то есть подбираете, когда вам нужно в работе. 4 разрезных ключа. Здесь у нас размеры 8-10. В основном для трубопроводов используют. 8-10 ключ есть. 11-13. 12-14. И 17-19. Набор отверток. 2 шлицевые и 2 крестовые. Достанем одну из них. Вот, шлицевая отвертка. Шлицевые отвертки обозначены у нас красным цветом на рукоятках. Такая плотная резина. Рукоятка изготовлена из плотной резины. Надпись Джонсвей тоже есть. И номер, вернее не номер, а размер отвертки шлица. Так, визуально. По инструменту. Ну, инструмент профессиональный, премиум класса, поэтому тут то, что я скажу, что он очень качественно изготовлен. Те, кто пользуется инструментом Джонсвей, знают это. То есть все, придраться в принципе не к чему. Да и отзывы на всех форумах, автофорумах, но в основном много отзывов на автофоруме Drive2.ru вы найдете. Поэтому тут комментарии наши излишни, потому что Джонсвей очень хороший инструмент делает. Так, по самому кейсу. Кейс состоит из двух частей, скрепляется пластиковыми зависами и по габаритам кейса. Значит, очень хорошо, что инструмент хорошо защелкивается в верхней крышке, потому что исключает выпадание его при закрывании кейса. Так, по кейсу, по габаритам его. Ширина 47 см. Длина кейса 34, не вес, а высота 8,5 см. Вес самого набора составляет 9,3 кг. Запирание на пластиковой защелке. Ну, защелки, хоть они из пластика, но высокого качества. Кейс запирается очень добротно. И материал, пластик жесткий. Не проваливается, когда нажимаешь на него. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Оставляйте свои комментарии по поводу пользования данным набором или инструментом Джонсвей. И ставьте лайки, кому понравилось видео. До свидания.